В Витебск впервые прибыла величайшая святыня Белой Руси, воссозданный четверть века назад крест преподобной Ефросинии игумени Полоцкой. Святыню доставили в кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Витебске, сестры женской Спасо-Ефросиньевской обители Полоцка. При стечении верующих священнослужители Витебской епархии совершили акафист честному и животворящему кресту Господню. Вплоть до 15 марта, когда крест преподобной Ефросинии вернется в Полоцк, в Успенском соборе в перерыве между утренним и вечерним богослужением каждый день также будет совершаться акафистное пение кресту Господню и преподобной Ефросинии игумени Полоцкой. Шестиконечный напрестольный крест-мощевик был создан в середине 7 века по заказу святой преподобной Ефросинии для Спасского монастыря мастером Лазарем Бокшей. В годы Великой Отечественной войны крест бесследно исчез. Точную копию святыни воссоздал брестский мастер Николай Кузьмич в 1997 году. Воссозданный крест заключает в себе те же реликвии, которые были собраны и в оригинальной святыне, в том числе частицу животворящего креста Господня. Святыня нашего белорусского народа, крест преподобной Ефросинии Полоцкой, конечно, будет способствовать подкреплению духовных сил, понимая, что необходимо воздержание. Воздержание, прежде всего, от греха. Дай Бог, чтобы наши верующие могли изобильно прийти, приложиться к кресту, помолиться, попросить помощи, воззреть на это древо и подкрепиться духовно. Мы в машине ехали, видели, как люди подходили к храму, к собору вот сюда. И были очень рады, что люди идут, что люди вот заинтересованы, что они все-таки чтут, пришли в храм поклониться кресту нашему. Мы и сами к нему не всегда можем приложиться, потому что он на престольный крест, вот, и его только вывозят в тех случаях, когда вот необходимость есть такая. Истории и на МРБ в 4 классе изучали. Было интересно. Видел этот крест только на тетрадях учебника. А сейчас живу? С учебника, а сейчас живу. Вы приехали из Могилева и просто решили пройтись по городу, заходили в храмы и вот не ожидали, что попадем на такое событие. За всех молились, за родных, близких, о мире, чтобы, потому что это сейчас важно, такое сложное время, чтобы был мир на земле. Крест для нас – это защита наша, надежда наша. Мы веруем в это, что крест помогает. Тот крест, который был утерян, был, а этот восстановлен. Здесь все святыни, святыни находятся в нем, так же, как было и в том кресте. Поэтому я прихожу сюда для того, чтобы поклониться ему, чтобы крест свой нести с этим крестом вместе.